Сегодня на воде у нас и в принципе на соревновании 45 экипажей. Тренировки сегодня стартовала вторая заключительная официальная тренировка. Завтра у нас день тишины. Тренировки проходят в принципе в таком спокойном режиме. Старт у нас обязателен в 8 часов. Раньше выходить на воду нельзя. За это налагаются штрафы. Финиш не регламентирован, то есть в основном спортсмены возвращаются в светлое время суток. Раньше там позже 7, точнее, никого нет. Есть рыбка неплохая. Некоторые экипажи нацелены играть на по щуке, что очень удивительно, в принципе. Судак, да. Были экземпляры. Несколько трешечек было, четверка. Был даже один за 6. Это по фото. Так что рыбка есть. Сегодня, повторюсь, последняя заключительная тренировка. Сейчас парни допилят, что там у них не допилено. Определяться уже со стратегией игры. И все, завтра день тишины, стартуем. Фишгейм, доброе утро. Доброе утро. Ну что, тренировки уже подходят к концу. Вторая, Коль. Ну и что? Рыба-то есть? Мелкая. Есть возможность вообще не выступить никак. Из-за ветра? Из-за того, что мест мало, а конкуренция большая. 50 лодок, 48 экипажей, куда? Тут три коряжки, где можно поймать рыбку. Ну ты же в таком формате выступал летом. Это вообще мое, блядь. Будет у нас картинка с Fish Games? Да, будет. Мы там подхимичили немножко и постараемся вам показать интересную картинку прямо с паноптикса, как Коля будет ловить. Коля будет ловить? Коля будет ловить. А ты не будешь ловить? Я буду ловить, но буду без камер. Посмотрим, что из этого получится. А насколько быстро Коля ловит, если он в пелагике? Вот ты замечал, на лодке с ним находишься? Вот он увидел судака на экране. Через сколько судак оказывается на борту? В среднем через 20 секунд, если он клюнет. Но, как правило, приманка попадает к судаку, он, бывает, сопровождает, и, соответственно, он не клюет. При условии, если он клюнул, то 20 секунд. Ну, 20 секунд, да. А как же вот если с глубины, ну, типа, надо потихоньку поднимать? Ну, это если мы ловим пелагику, то она в основном находится ближе к поверхности воды. Соответственно, то есть проводка получается динамичная, быстрая, и быстро успеваем спасти рыбу за счет маленькой глубины, когда он стоит. По большому-то счету цель одна – закрыться. Да, и закрыться. И Андрюха поймает, не отходя от пирса. У него, знаешь, сколько точек ловить их, как называется, по щуке. У нас одна точка, которая работала весной по щуке. Сейчас вот проверили ее, она тоже работает. Но, к сожалению, оттуда ловится только одна щука в день. И размером не больше 2 килограмм. Поэтому щукой как были вопросы весной, так и они остались. За дело берется Андрей Найденов. Нет, но одна щука была хорошая у Николая. Там она была около 10 килограмм. Но... Рандом? Клюнет ли она в туре? Это так, вопрос. Подождите-ка, Андрей. Николай, что в районе чего щука была? Обычная астраханская щука, десятка, одна, единственная. То есть она была на тренировке? Да. Наконец-то мы нашли экипаж, который хвалился своими фоточками. А можно сейчас посмотреть на нее? Что-то мы не видим. Вот она, щукенция под десяточка. Ну, Шишарин, ты посмотри. Коль, а на какую приманку она рубанула? Ай-яй-яй, ну это интересный цвет, я такого у тебя на борту не видел раньше. Это в полный рост, да? Да. В общем, рыба плюс-минус. Ну-ка, покажите ее. Да. Одна на шостахе. Я за ней приехал. Она не подписана. Я ее нашел. И все, я выиграл соревнование для себя. Я приехал туда только посмотреть в глаза десятки ее. Я знаю, что она, ну, 9,5, 10,5, такая вот рыба. Достойная рыба. Доброе утро! Снасти! Гуд? Да, всех порвут. Снасти, гуд, всех порвут. Слушайте, ну я слышал, у вас тут турнир был недалеко один, и вы выступили не очень хорошо. Да, Два дня не закрывались. Вы будете традицию сохранять на Зандерпайке? Ну, здесь совершенно другие условия, не надо сравнивать тот турнир и этот турнир. Здесь... Не надо сравнивать, мы не сравниваем. Абсолютно другие условия, другие правила.
другая рыба. Есть свои сложности, но тем не менее. Были хорошие зачетные щуки. В том числе и вчера были щуки. Ну, прям достойные. У нас есть две рыбы, которые, если клюнет хотя бы одна из этих двух рыб, придется вести на досрочку. Смотри, вот так вот. Так. Есть лайвел? Лайвел. Так, у нас лайвели живет рыбка. А почему вы так разместили? А, вот так, чтобы никто не видел ночью. Ой, а чеснок какой, чесноком пахнет. Охренеть. Вы что, сатрактан какой-то опять придумали? Серый. Это Антоха тут колдует. Был один товарищ у нас, который очень сильно утверждал, что нужен аттрактант рыбе. Так. Пришлось прислушаться к его мнению. Проверили два запаха. Ну вот почему-то сработал тот, который как бы к судаку не имеет, к хищнику никакого отношения. Чеснок очень сильно держится на приманках. Ну, по крайней мере, он не отпугивает судака. В этом году от нашей компании, от Snasty Good, мы заявили номинацию «Самая длинная щука». Небольшая, не толстая, а самая длинная. Но есть одно условие, она должна быть не менее 100 сантиметров в длину. Ровно 100 она в зачете, а там уже у кого побольше щучка будет. Если на этом турнире, на осеннем этапе щуку не ловят, то призовой фонд с увеличением в 2 раза переходит на следующий турнир. А если у тебя напарник поймает? Твой приз, а вот Серега возьмет. Антоха наведет, а я поймаю. Да. Тоже командная вариант. Работа. Команда от этого никуда не уйти, поэтому полтосик пилится на команду. Сергей, к тебе вопрос. Ты первый раз на Зандерпайке. А как тебе общая организация турнира и настроение спортсменов? Шикарно. Мне очень нравится. Срочно зарегистрируюсь на весенний этап и на осенний, на следующий год сразу. Оптом? Конечно. Доброе утро. Как настроение? Отлично, вообще. Нормально. Та щука мифическая, за которую можно выиграть полтинник. По силам вашему экипажу? Конечно. Вы в курсе, да, условия? Конечно, мы первые их прочитали. Это интересная составляющая. Будет такая щука на турнире за 3 дня? Нет. Маловероятно. За метр? Я думаю, маловероятно. Можете свои показать приманки, которые... Приманку, на которую можно поймать щуку за метр? Ну, давай так. Да, правильное оснащение приманочки. Что-то из этой серии. Или из этой. Не крупновато? Нет, щука метр. Даже маловато, я бы сказал. Как общее впечатление об организации турнира? Супер турнир, вообще прям организаторам. Пока все отлично. Очень нравится. Опа, какие цвета, какой... Это что за резина? Сергей Жмурделат. Да, жалко, что сам он не приехал, но резину вот. Передал. Да, все, прислал. Так что ему привет. Сюда была 500 был. Щука тоже 2 килограмма была, и штучная только. А, то есть даже закрыться возможности нету? Ну, не получалось пока. Очень странно. Может, не те локации? Не знаю. Все на одних локациях ходят. Одни постояли, половили, переехали, другие опять приезжают на те же самые локации. Рыбы мало. Где она была весной, там ее сейчас нету. Или в том году, где ее ловили, тоже ее там нет. Да я думаю, в туре она, как всегда, у нас выйдет и поймается. Так что переживать не о чем. Многие катают лайвели судаков очень долго, проверяют. Ни одного не катали вообще ни разу. А что с ним делать? Отпускаем его сразу, все. Поймали, сразу выпустили, и все. Че рыбу мучить? Да, и все, зачем ее катать? Передаем привет своей семье, близким. Пусть за нас болеют, а мы не подведем. Всех любим, всем привет. Рыбанутые.рф. Это самое большое и амбициозное тюнинг-ателье в России, площадью более 1500 квадратных метров. Это команда опытных профессионалов, с головой погруженных в свое дело, которое создает самые яркие и уникальные проекты. Рыбанутые.рф. Это поддержка 24/7 после сдачи проекта и индивидуальный подход к каждому заказчику, вне зависимости от стоимости проекта. Что у нас за операция происходит? Зин наливаем. Это вот таким тонким шлангом? Да, слушай, не, на самом деле отлично, напор шикарный. А, у вас это помпа специальная? Да, это электрическая помпа. Прикольно. А какая производительность у них, Кирилл?
18 литров в минуту. А ты не знаешь, вот у дальнобойщиков эти вратские шланги их называли раньше? У них какая производительность? Я подозреваю, что у них все тоже хорошо. Ну а сколько тратите топлива на тренировки вчера, сегодня планируете, Кирилл? Слушай, за вчера потратили, наверное, литров 100. Вот, ходили далеко, смотрели дальние рубежи. Не знаю, пойдем в туре туда или нет, посмотрим. Сегодня тоже много будем ходить, смотреть. Пока не ловим. А сколько вы дней тренируетесь здесь, чтобы вот до сих пор не определиться с местами? А здесь вода тем и интересна, что здесь каждый день все меняется. И смысла приезжать там за 3-4 недели никакого нету. Здесь достаточно буквально недели-полторы, чтобы въехать в тему. Привет всем своим сотрудникам. Мама, папа, брат. Все. Больше очень болеет. Некоторые экипажи хвалятся фоточками, причем солидными. Есть ли у вас фоточки какие-нибудь? Конечно, есть. Серьезно? Всегда. Что? Зачем? Они же правильно сфотканы. Там ничего интересного нет. Сейчас. Выключу энциклопедию Петерцова. Это же важно. А Петерцов написал энциклопедию? Всегда. Даже сам. Это с тренировок фотки? Да. Так. Мы заходили, проверяли точки, крючки загибали, проверяли, что рыба клюет, и уходили оттуда. Ну, смысл ее колоть, если она пригодится в туре. А как по поклевке можно определить вес, допустим, и вид рыбы? Ну, по поклевке ты понимаешь, когда судак клюет, то у него идет четкий удар вниз, а щука, она как бы так тюк, иногда просто даже прикусывает, то есть, ну, тут понятно. Что это он такое рассказывает? Напарник что-то... А напарник молодец, молодец. Он всех здесь обошел, всех, и всем рассказал правильные истории. Павловская тематика, она работает. Мы же ветераны Павла. Сказал, что рыба, наверное, клюет, наверное, будет ловиться. Сам и, наверное, кто-то привезет. А приманки показывал какие-нибудь? Да что их смотреть, вон они. Выбирай любую. Он тоже лежат там. Куча приманок. Он тоже, пожалуйста, выбирай. А зачем столько приманок класс? Эксперимент. Половина рыбалки шок. Главное, спасла рыбалка шок, поэтому приманок много не бывает. Я тебе честно скажу, мы жертва рекламы. Страшная жертва. У нас есть все. Все, что рекламируют. Да, Денис? Естественно. Огромный привет компании «Рыбалка Шоп» в лице руководителя Максима Русяева. Спасибо за спонсорскую поддержку. Все супер. Стараемся, попытаемся показать результат. Компания «G-Live» за предоставленные карты. Карты «Огонь» работают очень комфортно по ним ориентироваться. Жене привет. Главное жене. Родителям, естественно, большой привет. У меня главный спонсор. Смотри, это... начал со спонсоров, а потом родители уже. А? Эх. Можно поменять. Не надо менять. У меня главный спонсор — это жена. Жена, привет. Что за палочки, что настраиваете? Палочки Сереги Титова. Ух ты ж. Итальянцы. Итальянцы. Эйрус. Так, Эйрус ловит щуку более метра. Денис. Более метра нет. А надо. А менее ловит. Надо более метра. Есть полтинничек, завалялся на сцене. За щуку более метра. За самую щуку длинную более щуку турнира, да. Ага. Хорошо, ну значит поймаем. У нас же турнир лозунг какой? Живая рыба, живые деньги. Ага. Объявлен полтинник за самую длинную щуку на турнире. А за судака? Не, за судака там отдельные номинации, ага. Только с щукой вот. Ага. Так-то призовой фонд 1 850 000. Ага. Я понял, ну, значит, будем искать больше метра. Я ж-то не знал. Теперь придется напрячься. Мы думали так выиграть, без щуки метровой. Придется с щукой, значит, выигрывать. А вообще была ли щука на тренировках? Щука была. Щука была, ну, конечно, не метровая, но она присутствует. Вот. И мне кажется, что кто щуку нашел, с ней проблем вообще не должно быть. Вот. А вот с судаком, как бы, проблемки есть. Ну, как по слухам, ловят тут монстров, у нас таких судаков нет. Вот. И перспектив в туре по поводу больших судаков у нас тоже пока что не предвидится. Ну, надеюсь, что более-менее зачетными мы закроемся. Надеюсь. Как организация турнира, есть ли недостатки, мы собираем обратную связь? Ну, я пока недостатков никаких не увидел. Все
по-моему, на высшем уровне. Вы даже приехали в 12:30 ночи и нас без проблем заселили. Хотя я пришел и везде было темно и никого не было, но один звонок решил сразу все проблемы. Через 5 минут мы уже были в номере. Хотелось бы поблагодарить Виталия Галицкого, который нам тут оперативно решает проблемы благодаря своему другу в Астрахани. У нас тут трос газреверс порвался на первой же тренировке с утра, и мы тут со включенной передачей катаемся. Виталик нам быстренько все это организовал, поэтому, Виталик, респект, спасибо тебе большое. У нас все супер, отлично. Надеемся, в турах так же будет, как сейчас. Еще один рыболовный день, как может быть дело? Шикарно дела. Есть ли у вас фоточки, которые можно посмотреть на телефоне с тренировок? Есть. Ну, фоточек. Подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм, там все мы выкладываем, там все есть. Ром, адрес, если без стадия. Шуток, то средний вес тура, вы-то уже опытный экипаж, уже предполагаете, что можно привести на взвешивание? Вот первый, второй, третий день будет закрываться экипаж? Конечно. Не-не, полностью по 6 рыбам вряд ли, а по 3, я думаю, должны закрываться. Ну, это как всегда, никто ничего пусть не закрывается, будет, а потом на финише все приносит. Откуда никаких? За 3 тура 20 килограмм. Но смотрим. Опять же, если бонусные щуки попадутся, они попадаются 4, 5, 6 килограмм даже. То есть, если кто-то 2 поймал, это уже 12. Посмотрим, время покажет. Вода уходит, кстати, как в прошлом году, так что все может поменяться. Сегодня клевало, а завтра может не клевать. Да и прогноз погоды, что с каждым часом все ухудшается, да. Ухудшается. В турах будет рыбалки. Ветер сильный показывает. Так что это... Я вчера был на воде и видел вас у коряжника. Что вы там делаете? Мы коряжник отрывали на 5 метрах. Коряжник на 5 метрах вдоль берега, прям с явным свалом и с наличием внутри в завалах каких-то отметок. Да. И вы там что-то искали. Да ждали, ребят, победы. Ты главное, не показывай никому, где мы стояли. Я не-не-не, я же тренировок не выношу ничего. Проверяли судака уже второй день. Пока он на месте. Надеемся, послезавтра он тоже там будет. А по щуке, Ром? По щуке вот сегодня день щуки. Пока слабо, что-то нет понимания. Вроде все говорят, ловит, ловит. У нас пока слабо. Не, у нас есть места, где ловятся крупные щуки. Вот как ну, раз мы не... сейчас и идем их проверять. На последний день мы как раз это оставили. Сейчас проверим, и уже вечером будет понимание, куда мы поедем за щукой, если быстро закроемся тремя судаками. Привет, и будете передавать кому-то? Да, передаем привет родителям, семье, друзьям и всем неравнодушным рыбалке. Так что, ребят, ловите, отпускайте. Всем хорошего дня. Мы поехали рыбу ловить и отпускать. Все. В таком уже больше режиме, конечно, ходим. Спокойном. На самом деле хочется в туры немного уже. Вот. Но все равно, скажем так, добиваем последнюю официальную. Планы покататься, соответственно, про свои точки, как правило, не ходить. Что-то, может быть, найти такое новенькое, перспективное. Вот, потому что все-таки натуры обещают погоду не такую лайтовую, вот, как сейчас, особенно на третий тур, а там посмотрим. Вот так. Готовимся, готовимся. Сейчас пойдем. Не торопимся, не торопимся уже. Ждем послезавтра. Ну классно, все здорово, вообще настроение, кайф, отдых, природа, Волга, красота. Вот, поэтому все здорово. Вот. Со всеми поддержкой, всем привет родителям, жене, детишкам. Вот, всех любим, ценим. Спасибо за вашу поддержку, за звонки. А мы будем стараться дальше найти что-то крупнее. Мишаня, а что это ты босой? Ага, босой. Доброе утро. Доброе, доброе, доброе. Здорово, здорово. Доброе, бодрое утро. Доброе, бодрое? Доброе, бодрое у нас сегодня утро. Мы с вами не виделись еще. Какой план на тренировку? И самый главный вопрос. Есть ли щука более метра у вас наработанная, которая в турах, возможно, окажется на сцене? Больше чего? Метр есть. Больше метра точно нет. Только видели в экране. Нет, таких мы не видели. В экране. Да у нас вообще даже не пахнет.
На щуку пока упор не делали, как бы не было времени. Пытаемся с судаком. Да, разобраться еще. Тоже как бы тяжелая история. А что с ним разбираться? Он же ловится. Не, поклевывает, да. Вот сейчас пойдем проверим вот, и уже сделаем выводы. Рабочие точки проскочим перед стартом, чтобы понять, куда все-таки идти. Все-таки жизнь заставила в плане спортивных выступлений приобрести этого красавца, чтобы был лайвл, выход на нос спокойно можно было порыбачить. Забрать рыбу было удобно, а не тащить ее до пояса. Как бы вот это все в купе. А как же комфорт, рубка? Ну вот пришлось им пожертвовать ради всего этого. Yeah.